Стихотворные скрипали, мы давно не знаем народ, но пока что не сбежали, но уже процесс идет. Обхохочем все секреты, всякой власти гнусных чем. В общем, покупай билеты, ой, и иди нам на концерт. Любавический Иосиф натаскан был в вопросе, и в Рино, и начитан был не по-детски он. В своей библиотеке хотел бы жить вовеки, простой библиотекарь не сон. Библиотекарь Иосиф, тебя же люди бросят, святые наши книги от общества не прячь. К нему идут людишки просить у Иосифа книжки, и ты сходи, попробуй, поплавь. Здравствуйте, Йося, ай, не надо, ай, бросьте. Дайте нам книжку почитать перед сон. Дайте нам Тору, мы вернем ее скоро. Но кукиш и кажет из окна шлифон. Литерные годы разъехались народ. Хасиды до Нью-Йорка кагалом добрались, а где библиотека судьбою злого века, ее пути затеяли. Ты мог предположить ли, что их утащит Гитлер, и что их утащит наши, сказав, что дорожат пророки, змей и Ева, и буквы справа влево теперь в шкафу Путина лежат. Здравствуйте, Путин, а добро не вернуть ли? Здравствуйте, Путин, на бега вам они. Книжки святые, пропорта и мессию, вы книжки верните, и Шойгу вас храни. А Путин отвечает, пускай еврей считает, и головой качает, как должен иудей. Условий тут немного за место синагоги. Пускай идет еврей читать людей. Здравствуйте, люди, мы править не будем. Здравствуйте, люди, мы не будем попасть. Но если незаконно вам вернуть Шнирсона, то нам же придется все, что спёрли, отдать. Где находят кокаин? Звук давно идет один, будто есть он и в обычной кока-коле. Но надежнее всего можно отыскать его в русской школе. Доллар в трубочку скрутить, ночью с девками кутить, посыпать кокосом суп за место соли, нюхать носом и лизать, на дорожке нарезать, вас научат в Аргентине в русской школе. Я российский дипломат, мне 15 лет подряд кокаин бодрит и поднимает силы. И если мне прикажет МИД, он в Россию полетит в самолете с гордой надписью «Россия». Знает школьник, знает мент цену нефти марки Brent, и на юру особо цену знает тоже. Но ответит как один, что доходней кокаин, потому что он вкуснее и дороже.
Если вдруг издалека к вам приехала мука, не кричите вслух про секс с ментовской мамой. Не рыдай, не унывай, есть в запасе Уругвай, а на черный день Колумбия с Панамой. Есть у нас на все ответ, если что, то нас там нет. Это просто пошалили мы немножко, мы творим, чего хотим. А прогонят, улетим. Мы не сядем, а присядем на дорожку. Значит, будем углублять, употреблять. Значит, пофигу с арестами приколы. Хором будем повторять наш девиз. Дебилы, блядь, за директором прекрасной нашей школы. Ну, какая быстрая. Постой, постой, паровоз, не стучите, ребята, случилось конкретное зло. Набили прессу хату, устроилась пресс-хата, и тут их внезапно прорвало. Один журналюга, наслушавшись басен о смертности нашего греха, спросил у тогдашнего президента, на сходом, мол, опасен, откинувшийся с кичьем. И вдруг он услышал от нашего нано за место обычного муму, что Миша с Платоном, откинувшись кичмана, не «Да что ж это с нами?» — сказал Миша Платону. «Они не уважают нас, Платон. Давно ли я мозги размазывал по бетону и мазал конкурентов на отбор? Скольких порезал, а сколько перемешал, сшивая или тайно храня? Иначе, конечно, Amnesty International не стала бы вступаться за меня. А нынче ликуют Муратов и Ясен, свободку почуяли ЗК. Начальство сказало, что я безопасен, и на год скостило нам срока. А может, из штата пришла им открытка, конкретно поспевшая к суду? А может, забоялись, что полная сидка закончится в 17-м году? Сижу я на нарах, такой безопасный, и смотрит на меня Верховный суд. И дом от страха белый, и Кремль от гнева красный, и что со мною делать, им сосуд? Мы выйдем на волю с тобою, товарищ. Погинул Читинский наш острог. Нам больше, чем дали, уже и припаяешь, а питерских светит третий срок. А там и четвертый, без всяких препятствий, 12 накрутит и братвам. Сколько же они правду общественно опаснее, чем мы, отсидевшие под вам. Не вступятся Штаты, не выручит Европа, скандала не окажется раздут. А если им 12 не хватит для гоп-стопа? Тогда им по жизни дадут. Thank you.
Я был когда-то странный, жил в городишке сраном, ходил на танцы пьяный, а кто сейчас не пьет? Теперь я нацгвардяшка, и каждая какашка меня при встрече очень больно бьет. Я повидал немало, через свое забрало, из-под забрала виден жуткий вид. Из проходящих граждан стаканчиком бумажным меня ударить каждый норовит. Живу я в ожидании физических страданий. Я дома в Мухосранске так сильно не страдал. Меня любой, как здрасте, ухватит за запястье за то, что я ему по морде дал. Под черные забрала, укрыв свои мордашки, любой из нас немало, либерос не забрал. Мы с Золотовым Витей, и зря не говорите, он самый лучший в мире генерал. Одеты нацгвардяшки, как ниндзя-черепашки, еще на космонавта похож из нас любой. Я тот, кто рушит скрепы на денежки газдепа, предатель и к тому же голубой. Я лично это видел, наш враг подобно гниде, готов меня обидеть и вывихнуть плечо. Поэтому герои всегда гуляют строем, и строй советский любят очень горячо. Я был когда-то странным и мозгом деревянным, подобно Буратине, едва соображал. Теперь я нацгвардяшка, и мне Устинов Пашка своим зловредным видом угрожал. Либералов ведут на расстрел.
видишь на ней стёрнуты геи, и либералов ведут на расстрел. Снится Авроре пушки и сабли, снится Будённый, снится Чапай, снится, что снова старые грабли манят Россию вдова раздува. Снится, что снова старые грабли манят Россию вдова наступай. Реку сковали лед и торосы, жаль, что Аврора не ледокол. Ей бы 300 верных матросов, чтоб завершить этот вечный прикол. Ей бы 300 верных матросов, чтоб завершить. Особенно, если вас тема задела и хочется попиздеть. И двое сошлись в разговоре про совесть, комменты прогнали сон. Один говорил, наша жизнь — это повесть, другой говорил, шансон. Один говорил, надо к свету стремиться, покуда горит свеча. Другой закричал, этак можно скатиться до песен для палача. Один написал, кто палач, а кто жертва, сегодня не разберешь. Другой напечатал, бессовестный хер, ты и родину ты продаешь. Один написал, нет закона такого, чужое без спросу брат. Второй запостил ему фото Стрелкова, а нам на закон насрать. А первый ответил, похоже, что жопа сменила тебе мозги. Второй запостил, ты продался укропом, давай на Майдан беги. Один говорил, пропаганда отрава сгубила цветы любви. Второй отвечает, Кадыров красава, а руки твои в крови. А первый, неужто совсем не осталось тех слов, что Господь нам дал. Второй, я не помню, как все начиналось, но это ты все продал. Потом продолжал, ты фашист и скотина, ты все приравнял к рублю. А первый ответил, люблю Украину и родину тоже люблю. Они распрямились, экраны погасли, не выдержав злобных слов. Второй пошел слушать Михайлова Стаса. А первый попеть пекло. Солдатстанов, приказ ему Путиным дан. Боится бесстрашный хирург Солдатстанов, что будет в России Майдан. Вот раньше всех девок манил Солдатстанов заняться любовью в пусты. А нынче
речи на митингах он неустанно и Сталину дарит цветы. Был байкером гордым, хирургом достанов на зависть врагам мускулист. Теперь называет себя Залдостанов не байкер, а мотоциклист. Он раньше плевал на властей и законы, была лишь свобода важна. Теперь патриарх ему дает иконы, а Путин дает ордена. Залдостанов известный по кличке Хирург. В брутальных наколках хирург Залдостанов, как байкер-актер, не хирург. Когда-то был клевым хирург Залдостанов, ночных предводитель волчар. А ныне пердун Залдостанов не байкер, а ветеринар. Хирург Залдостанов мог пить без закуски, ездил он ветра быстрее, пока не узнал, что Харлей был не русский и Дэвидсон тоже еврей. Узнавший про это, хирург Залдостанов свой бак алкоголя залил и мозг себе лично хирург Залдостанов. Своей же рукой удалился. Неумела дурочка вещать,
Как ее восторгнена, сестрица! Вы что, офигенной высоты? Не губила новостями гланды. Никогда с небесной высоты не служила делу пропаганды. Быстро, как и сеть, текут года. Бывший хулиган стал всем примером. И его электорат тогда выбрал екатеринбургским мэром. Как-то в марте Ройзман заболел. Вирус по весне нещадно косит. А к делам вернувшись, офигел. Через день его красотку сносят. Говорят, что не нужна она. Нам для теле радио несчастья. Женька, прошептавшись, нахрена. Даже огню башню на прощание. Вышка без слезы и без сопли. Отвечала Ройзману сурово. Женя, притяни меня, снесли. И тебя снесут, поверь на слово. Рухнула высокая любовь. К небу взрился столб бетонной пыли. Красоты такой не будет вновь. Вы бы знали, как ее любили. Ройзмана, конечно, не взорвут. Что вызвал стекла из рамок онных? Ночью заксобрание соберут и напишут новые законы, чтобы выбирали только их. Взяточников, коррупционеров, чтоб не стало выборов прямых. И прямых, как труд железный мэров. Серебрится серенький дымок, тает грузовые луча заката. Песенку доносит ветерок. Ой, боже мой, тут что Женя пел наш некогда. За свободу, милая моя, обещаю пить я газов крепко. Потому что воля дорога, а на воле мэр бывает редко. Потому что воля дорога, а на воле мэр бывает редко. Разведенная, отделенная, с капиталом, заводом и виллою, ты теперь не жена мне законная, ты теперь моя горькая милая. Быть твоим самым нужным мужчиною, чем тебе угождать рад страция. Жалко, что не любовь здесь причиною, а налоговая декларация. Депутат Государственной Думы я иду по канату над пропастью, но силен нераспиленной сумою, а силен я своей хитрожопостью. Ведь теперь у нас хуже, чем в Африке. Заимел ты банки и фабрики. Но раз ты депутат, то кровь из носу должен выйти из этого бизнесу. А иначе расправа короткая, но и жадность меня душит жабою. И пришлось мне, жена моя кроткая, объявить тебя
вздорною бабою. Ты меня, мол, травила поганками, но готов я простить даже покушения и отдать тебе фабрики с банками. Только дай на развод разрешения. Забирай, мол, хоромы богатые, забирай лимузины постылые. Как-нибудь с депутатской зарплатою я себя прокормлю, не помилую. В депутатах сейчас это ценится, но как только закон переменится, будет заново нам венчание. Только не изменяй завещание. Очарована, околдована, только не изменяй завещание. Ну что, давай, Петюнь. Закисали, не помню. Наверное, был я бухой. Мой адрес не водка и музыка. Мой адрес сегодня такой. www.kultura.gosduma.ru www.kultura.gosduma.ru. Когда тормозит меня мусор, я жопу ему покажу. На ней я в культурном совете, штаны протирая сижу. www.kultura.ru www.kultura.ru. Рапа! Сказал мне Мединский плаксиво: пожалуйста, не матерись. А я ему думскаю ксиво: вот это он видел, утрись. www.kultura, multura.ru www.kultura, multura.ru. Минкульт, если в нем покопаться, походу вообще порожняк. Я их разгоню, как в 17-м. Матрос, партизан, железняк. www.kultura, ленинград.ру www.kultura, ленинград.ру. Звонит телефон на рассвете, а это не прачечная, а я отвечаю культурно: охренка ячечная. www.kultura, spv.ru www.kultura, на манапашну ролла. Быков впервые поет публично. По частотам я с детства скитался, не имея родного угла. А зачем я на свету нашался? А зачем меня мать родила? А из роди эпохи советской, привыкая трудиться как бог, потом
скисного тоста, я его не стыжусь и теперь. Сам Быстрицкий спокойно и просто показал мне студийную дверь. А дальше мечтать их, я 6 лет проработал на Сити, отойдя от сомнительных дел. Но и там мне сказали, и Герасимов тоже слетел. Страдания ко мне не осилив, и талант мой убогий ценя, подобрал меня добрый Васильев, с детства нищего знавший меня. И теперь среди криков и сколотов, революции офисных панк, ожидают трясущийся Солопов, что закроют FM-коммерсант. Даже если не кончится путчем, разнесет нас поток нечистот. Но не мучайтесь, Эгерт и Кучер, на Руси еще много частот. Дмитрий Быков. Сергей Иванович, это гитару не разбил. Нет, а Ефремов хотел разбить балалайку. Ты что? Дмитрий Быков, Сергей Мазаев, Андрей Васильев, Михаил Ефремов, Таня и Наташа, гражданин, поэт, Коммерсант ФМ, 2 года, с днем рождения, вы старше моего сына на месяц.